Пилоты истребителя ВВС США Ф-31 опубликовали видео уничтожения сирийского Су-22. Согласно информации, самолет был сбит в районе Тапки 18 сентября, поскольку угрожал силам вооруженной оппозиции. В Сирии же уверяют, что хотели нанести удар по террористам Исламского государства. На опубликованных кадрах видно, как в сирийский самолет попадает ракета, после чего он терпит крушение, падает на землю и взрывается.